дорогие друзья! Сегодня у нас видео из серии «Косметика на кухне». И сегодня мы будем делать косметическую маску из болгарского перца. Для этого нам понадобится один болгарский перец, одно яйцо и чайная ложка сметаны. Маску мы будем делать омолаживающую для такой взрослой кожи, чтобы она напиталась витаминами и чтобы она сияла как молодая. Сейчас немножко наклоню камеру, чтобы вам было видно, что я делаю. И приступим. Итак, мы берем один болгарский перец, разрезаем его, очищаем от внутренностей. Нарежем на кусочки. И помещаем его в чашу блендера. Вот, не надела нож. Помещаем его в чашу блендера. Сейчас мы немножечко пожужжим. Мы превратим этот перец в кашицу. Теперь добавим сюда одно яйцо. Немножечко еще сольем эту маску. Напоследок добавим сюда сметаны. Сметаны нужно добавить чайную ложку. Вот столько. Мы добавляем чайную ложку сметаны. И еще смешаем все компоненты, чтобы наша масочка была абсолютно ровной. Получили вот такую вот массу, в которой есть сок болгарского перца, в которой есть яйцо и в которой есть сметана. Сейчас я ее солью. Если вы хотите, чтобы на лице у вас держалась просто маска, то можно добавить сюда муки овсяной. А можно воспользоваться вот такой вот заготовочкой. Мы ее окунаем сюда. Получаем вот такую вот масочку. Красивую, замечательную. И накладываем ее на лицо.
Сейчас я воспользуюсь вот такой вот пилингой для того, чтобы не уляпать себя с ног до головы, потому что эта масочка живенькая. Поднимем волосы, чтобы они нам не мешали. Так. Питаем масочку. И вот так замечательно надеваем ее на лицо. Вот. Вот так вот мы с вами отправляемся на покой на 25 минут. Ну что, вы пока делаете масочку, а я пошла отправляться на покой. Через 25 минут встретимся, и я расскажу вам, понравилась мне эта масочка, не понравилась ли эта масочка, и что я ощутила. Давайте. Прошло 25 минут, я к вам возвращаюсь, снимаю эту красоту, которая подсохла. Ну, что я могу сказать? Кожа подтянутая. Очень чувствуется эффект такой. Кстати, я пойду сейчас умываться. Стянула кожу, я не могу с вами разговаривать. Вот. И хочу сказать, что для достижения отбеливающего, хорошего отбеливающего эффекта, лучше умыться настоем зеленого чая. Вот после настоя зеленого чая укрепляется эффект отбеливающий болгарского перца, и можно убрать наши пигментные пятна. Они обесцвечиваются. Я пошла умываться, сейчас приду. Я к вам вернулась. Умытая. Надеюсь, красивая. Вот, как я вам уже сказала, подтягивающий эффект ощущается абсолютно сразу. Прям хорошо подтягивает. Ну, я не могу сказать, что она стала бархатистой, но здесь другие компоненты, они для другого предназначены. Насчет омолаживающего эффекта с одного раза, конечно, не поймешь, но прям вот чувствую, как подтянулась кожа, и это хорошо. Про отбеливающий эффект я вам сказала, что нужно умыться зеленым чаем. Ну, а у меня осталось вот сколько много этой кашицы. Поэтому я беру вот эту масочку, кладу вот сюда, в эту кашицу. Сейчас упакую либо в контейнер, либо в целлофановый пакетик новенький и поставлю в холодильник. И этой масочкой можно будет пользоваться на протяжении нескольких дней. Ведь, естественно, вы понимаете, что от одного одноразового применения этой маски ничего с вашим лицом не изменится. Ну, нет, почему изменится? Немножко. Но этого мало. И поэтому масочку лучше применять 2-3 раза в неделю. И я вот раз в неделю делаю какую-нибудь вот такую масочку. И мне ее как раз вот на неделю хватает. Я ее поставлю в холодильник, и она хорошая, действующая. Так что предлагаю вам воспользоваться моим советом и тоже поставить в холодильник масочку и опробовать ее на себе. Итак, дорогие мои девушки, девочки, ну, а может быть, и мужчины. Будем красивы, будем здоровы, будем пользоваться натуральной косметикой, которая находится у нас на кухне. И до новых встреч на моем видео. Пока!